Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Это программа «Дневной разворот» в Кирове. Здравствуйте, добрый день. В роли ведущих сегодня Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, мы предупреждали в пятницу наших слушателей о том, что у Николая была небольшая командировочка в Перми. Да. И вот в связи с этой командировкой мы даже сегодня тему придумали. Кировским блогерам показали, откуда берется нефть. На самом деле показали. Интригующе. Да, откуда берется нефть? Даже, и нас даже ею помазали. Знаешь, я тебе честно скажу, она из земли берется. Ну, неудивительно. Я со школы... Причем из совершенно обычной, нормальной земли, там, колхоз. Или какой-то еще. Нормально я все расскажу. Но я прекрасно знаю, что когда это все добывают, там ведь не чистая нефть, то есть там со там смесью нефть, воды. Нефтесодержащая жидкость, да. Это называется правильно. Да, потом это все превращается, собственно, да, вот нам в нефть, показали все, вот, начиная от самой вот этой качалочки, которая качается в чистом поле, и заканчивая уже заправочкой. Ну, давайте все об этом. Как и что. Да, об этом давайте подробнее во втором части. Также во втором части нашим собеседником станет уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области Андрей Вавилов. Поговорим мы с ним о том, что в многофункциональных центрах нашего региона будет проводиться дистанционный прием как раз-таки предпринимателей. То есть их близко общение... подпускать не будут? Ну, из отдаленных районов. А, ну понятно. Да, при понятно. Этом бизнес-омбудсмен нас всегда подчеркивает, что возможность прямого с ним общения, она всегда есть. Ну, а что касается нашего первого часа, то мы приветствуем нашу гостью Светлану Медведеву, министр спорта Кировской области. Добрый день. Добрый вот день. Впервые, по-моему, да, в качестве министра вы впервые. Впервые я произношу министр спорта. У меня уже спорта. Передача моя «Спорт с Медведевой». Как вы там уже министр были, 1 да? июля, да. А вы знаете, что про вас теперь фильм снимут? Фильм? Да, про всех министров. В советское время про всех снимали. Про министров, про послов, про космонавтов. Персональные фильмы. Про Фурцеву снимали, да, помните? Про Калантай ну, снимали, про Терешкову. А тогда других не было министров. Да. Тогда были только все союзные. Думаю, так что вы теперь уже будете героиней фильма. Я думаю, что моя семья к моему юбилею точно снимет про меня фильм. Но больше я не рассчитываю. А потом аккуратно продадут права Голливуду. Я знаю, как это делается. Ну, перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме, а это внедрение системы ГТО в нашем регионе, все-таки Светлана Владиславовна, вот с появлением министерства. Что поменялось внутри, в структуре? Несколько слов хотя бы. По поводу работы не поменялось ничего. То есть тот же самый боевой настрой, те же самые глобальные задачи. Немножко поменялось отношение федерального министерства. Там респект, уважуха, там такое ой-ой-ой, уже министр, все. Но в остальном не поменялось ничего, и задачи стоят глобальные, несмотря на то, что там управление, министерство, всем без разницы. Спорт в нашей стране движется, развивается, физкультура развивается усиленными темпами, поэтому по-прежнему эффективно, быстро и четко работает. Команда ваша прежняя осталась? Пока прежняя, надеюсь, все-таки на некоторое увеличение штата, потому что даже тот вопрос, о котором мы сегодня поговорим, может лавиной захлестнуть нас. И потребуется очень много сил для того, чтобы гражданам России комфортно и творчески сдавались нормы ГТО. Внедрение системы ГТО, еще раз повторю, наша тема. Озвучить нужно опрос, который есть на нашем сайте hakirova.ru и на нашей странице ВКонтакте. Готовы ли вы сдавать нормативы ГТО? Четыре варианта ответа. Буду обязательно сдавать. Если не будет другого выхода, то сдам. Постараюсь увильнуть. По-моему, второй и третий вариант ответа, они как-то похожи очень. И четвертый вариант, даже не собираюсь. Голосуйте, заходите с сайта hakirova.ru и наша страница ВКонтакте. Кроме того, мы принимаем ваши звонки. 708-502, номер для смс 8-909-720-101-0. Вот ваше отношение к системе ГТО. Я напомню, что... Широко зазвучала эта аббревиатура ГТО в марте прошлого года, когда президент Путин подписал специальный указ, называется он о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Вот в целом система должна уже заработать с января 2017 года. Да, все верно? Ну, на самом деле в 12 пилотных регионах эта система уже работает. С этого года подключается еще 61 регион, в том числе и мы. Начинаются как бы такие пробные тестирования, начинается апробация всей системы, потому что, ну, так как это предполагается быть доступным для каждого, это, естественно, потребует такой глобального подхода ко всему. Что прошло уже в Кирове? В Кирове, как и в большинстве регионов России, прошла декада ГТО, в которой приняли участие школьники от 11 до 15 лет. Ребята довольно-таки успешно
эти нормативы выполнили. Напомните, когда она проходила? Это проходило в июне. И лучшие из них поедут в Белгород на Всероссийский фестиваль. Там же будут вручены и первые значки ГТО. То, что предстоит нам с 2017 года, это уже необходимость предоставить возможность выполнить нормы ГТО для любого желающего. На самом деле уже с сентября этого года мы должны создать такую систему, которая позволит выполнить нормативы ГТО для каждого желающего школьника. Это уже очень серьезный и важный шаг, который нам предстоит сделать в ближайшее время. Ну, что такое вот нормы ГТО? Первый принцип – это четкая добровольность. И вот об этом говорят абсолютно все, там, начиная от президента. Принуждать не будут. Принуждать не будут. Но при этом я думаю, что вот этот показатель войдет в устойчивый такой показатель, по которому будут отчитываться перед президентом губернаторы, перед нашим министерством будут отчитываться региональные министры. Это как раз та система, которая отчасти, наверное, и придумана для того, чтобы все-таки увидеть реальную картину привлеченности людей и заинтересованности людей в занятиях физкультурой. Потому что сейчас вот статистические отчеты, но они все равно частично зависят от гения там менеджера, который на местах сидит, считает. Кто-то более расторопный, получше поработал с этими же фитнес-клубами, и фитнес-клубы подали отчет. В каком-то районе не очень сильно кто-то старался, поэтому меньше предприятий подали отчет, и получилось меньше занимающихся. ГТО – это такая система, которая не позволит ничего приписать, ничего добавить, ничего убавить. Угу. Но все-таки вот вы несколько раз подчеркнули, что все желающие могут сдать, что это добровольно. И в то же время получается, что вот число участвующих в сдаче норм ГТО станет одной из единиц, которые, по которой будут оценивать успешность работы, в том числе вашего министерства. Да? Но это... как бы вот это как раз не привело к тому, что надо ж больше, чтобы сдавали. Вот вспомните, как в советское время сдавали ГТО. Естественно, но тут установки не такие, что заставить, а установки поработать творчески, людей увлечь, зарядить, создать условия для того, чтобы людям захотелось этим заниматься. Поэтому эта задача-то не для граждан. Это задача для чиновников, для работников отрасли физической культуры и спорта. Чисто вот для тех, кто организует этот процесс. И для нас этот экзамен предстоит очень нелегким. Потому что вот, ну, что такое принять нормы ГТО всех желающих? Желающих, не знаю, как покажет опрос, но на самом деле интуитивно ощущаю, что желающих будет много, по крайней мере, в первые годы. Но тут причин несколько. Во-первых, ну, многие хотят как-то реализовать себя, как-то себя проверить. Интерес к физкультуре за последние годы вырос. Выросли возможности заниматься физкультурой, все-таки появились спортивные объекты. Ну, а для школьников это возможность добавить баллы при поступлении в ВУЗ. Это-то уже такая мотивация, против которой, как говорится, не попрешь. Что предстоит сделать? В каждом муниципальном районе должны будут быть созданы центры тестирования. Это на самом деле непростая задача. То есть, получается, 39, да, у нас должно быть центров создано? Еще и в городе у нас 4 района. Нет, у нас 45, по-моему, районов муниципальных образований. И 43 или 45, да. Вот, и в каждом должен быть обязательно центр тестирования. Плюсом к этому должны быть места тестирования. То есть вот для города Кирова, я так полагаю, что таких мест должно стать множество. Для того, чтобы ну, по таким элементарным дисциплинам, как прыжки, бег, подтягивания, человек мог, как говорится, не отходя от дома, эти нормы сдать. Конечно, сложнее будет с такими видами спорта, как плавание, стрельба. Это все-таки специализированные спортсооружения. Но, тем не менее, и оба наших бассейна, это и бассейн Ердикова 23, и бассейн Быстрица, будут входить в число мест тестирования, в которых вот эти нормативы может сдать любой желающий из района Кировской области
И даже сейчас возникает такая проблема, что вообще-то человек, который зарегистрировался на сайте, может сдать этот норматив в любом месте Российской Федерации. То есть да. У нас еще и гости могут сюда появиться. Тут могут появиться гости, наши жители могут поехать в другие регионы, как приезжала Елена Дмитриевна Закирова. Из Казани. Ну, из Казани, это федеральный центр по реализации вот этой программы ГТО. Она говорит, вот я проезжала ваши там необъятные вятские просторы и поняла, что, в общем-то, некоторым-то удобней поехать в Татарстан, например, из Вятских полян поехать в Кукмар и сдать там плавание. Угу. Или там из других районов, где-то в Мариэл поехать, там да, 200 километров, а не 400 в Киров. Честно говоря, вот я не вижу оснований, позволяющих запретить человеку это сделать. Я прошу прощения, вы упомянули о сайте. Для тех, кто не в курсе, сайт gto.ru. Да. Ну, довольно известный уже ресурс существует. Да. Да, если чуть-чуть вернуться к этапам, то сейчас идет этап повальной регистрации всех людей, которые в перспективе намереваются принять участие в сдаче нормативов. То есть нужно зарегистрироваться на этом сайте. Кстати, очень такая несложная процедура. И что очень приятно, сразу же выскакивает табличка, в которой все нормативы для твоего возраста. И есть такие подробные инструкции, маленькие видеоролики, как какое упражнение правильно выполнить. И это, в общем-то, такой достаточно продвинутый сайт, на мой взгляд. И, в общем-то, не лишним будет хотя бы просто этим поинтересоваться, что хотя это такое. Хотя бы знать, на что идешь. Да, знать, на что идешь. Я, честно говоря, после регистрации на этом сайте решила попробовать свои силы в забеге на 2 километра. Для моего возраста это все-таки бег на время. Я поняла, что мне лучше выбрать 3 километра без учета времени. Потому что 2 километра без остановки мне оказалось пробежать на сегодняшний день, вот, по крайней мере, нереально. Именно в установленный норматив, да? Ну да, если я буду переходить на шаг, то я точно не выполню временной норматив. Поэтому лучше выбрать 3 километра, чтобы была возможность там где-то... Там есть возможность выбора? Да, там есть возможность выбора. То есть 4 дисциплины, они всегда обязательные. 4 идут на выбор. На серебряный и бронзовый значок определенные, ну, более легкие, так скажем, нормативы. Золотой значок – это серьезный уровень для любого возраста. И там четкая необходимость сдать 8 нормативов и на каждом из них показать результат, соответствующий золотому значку. Золотой значок будет присваиваться исключительно Министерством спорта России. То есть у нас сегодня, если брать по аналогии спортивных разрядов, то у нас присваивает звание Министерство спорта России только мастера спорта и выше. Там. Кандидатов разве на региональном уровне? Да, первый разряд и кандидатов присваивают на региональном уровне. То есть золотой значок – это практически мастер спорта? Это практически мастер спорта. То есть это действительно высокий уровень, и показать надо высокие результаты и соответствующие всем вот этим правилам пройти. Заговорили про правила. Значит, это уже, опять же, работа чиновников, организаторов. Это будет непросто. Пока еще на первом этапе дается возможность вот эти нормативы отсудить судьям по видам спорта. В дальнейшем должна появиться новая категория судей. Это судьи ГТО. Каждый из них должен будет пройти соответствующий курс обучения, он не длительный, но тем не менее. У каждого должен появиться удостоверение чисто судьи ГТО. Сертификация какая-то должна пройти. Да. Сейчас пока решается вопрос о том, разрешат ли учителям физкультуры становиться судьями ГТО. На мой взгляд, абсолютно правильно, чтобы разрешить. Потому что учитель физкультуры – это непосредственно тот, кто… Который все умеет как раз. Который все умеет, все знает, все понимает. Рожденный, так сказать, судья по ГТО. У нас звонок есть, да, простите. Да. Алло. Александр, да. Алло, слушаем вас, слушаем, да. Как вас зовут? Здравствуйте, это бабушка Таня говорит. Да. Вот если у меня внук решил сдавать нормы ГТО, но он не умеет плавать, где он может научиться плавать, и это будет платно или бесплатно? А сколько вашему внуку лет? Да. 10. Десять. Угу. Значит,
научиться плавать он точно может, как в бассейне Кировской областной школы Олимпийского резерва, это на Ердикова 23, так и в детско-юношеской спортивной школе Быстрица, это на, по-моему, Маршала Конева улица. Это я поняла, но это платно или бесплатно? Значит, или ты вот зарегистрировался, что ты будешь сдавать, и что ты включил это к окончанию школы, включил плавание. Так вот, знаете, то, что ты зарегистрировался, это дает возможность бесплатно ходить и учиться? Нет, сдать норматив бесплатно можно, ходить учиться, но ему 10 лет, он еще может претендовать на бесплатное обучение как спортсмен, поэтому ему нужно пройти конкурсный отбор в школу, и там его научат бесплатно. То есть все зависит от способностей самого вашего внука. Подготовка к сдаче норм ГТО бесплатной не будет. Вот это интересно. Очень интересно. Вот с этого надо начинать. Как готовить, а потом уже как тестировать. Ну, мы сейчас про подготовку тоже поговорим. Вы всегда начинаете с того, как вот зажать. А как подготовить-то? Ну нет, мы зажимать никого не собираемся, и в принципе, если бы вы в 7 лет заботились тем, чтобы научить его плавать, он давно бы уже занимался бесплатно. Вы ведь ситуацию нашу не знаете, зачем вы так говорите? Спасибо. Давайте позвоните мне, я постараюсь вам помочь в индивидуальном порядке. Ну, мы посмотрим, да, координаты чуть позже, да, сообщим, собственно, Министерство спорта, так мы остановились. На подготовке. На подготовке судей мы да, на подготовке судей. На да. подготовке судей. Но думаю, что хотелось бы, чтобы наш университет, каким он будет в сентябре, я не знаю, но, наверное, Вятский государственный университет, при этом не думаю, что потеряет свой статус там факультет физической культуры. У нас он очень сильный, с большим ресурсом, в том числе и материальным. Поэтому я думаю, что мы с ними продолжим работу, и они станут, наверное, одним из центров тестирования, плюс станут неким методическим центром, который будет готовить в том числе и судей ГТО. Возможно, студенты этого факультета будут как участвовать в этом процессе как тьюторы, как волонтеры, возможно, как судьи в качестве, может быть, какой-то практики. Кстати, практика — это прекрасное. Общение с большим количеством людей и знакомство вот с физкультурой в ее глубине, так скажем. Но, конечно, вот в районах меня немножко так ситуация настораживает. Когда проводилось совещание с приездом Елены Дмитриевны Закировой, не все главы районов удосужились приехать на это совещание. И поэтому я думаю, что в районах-то еще не все поняли, что основная работа по организации, по консолидации вот этих усилий и по первичному знакомству людей с комплексом ГТО все-таки будет на них. Здесь на областном уровне мы, конечно, там свою работу выполним, областной координационный центр создадим. Пока не знаю, какими человеческими усилиями, но все равно как-то консолидируем. Областные фестивали проводить будем. Центры тестирования в Вятской школе Олимпийского резерва и на стадионе ИСКОШ уже точно они будут открыты. Но в районах все-таки будет основная задача принять вот эти, во-первых, основные 4 упражнения. Ну, там ничего такого особо сложного нет. Там, скорее всего, это ОФП и легкая атлетика. Вот. В дальнейшем, не знаю, как вот будет происходить отчет, вводится форма отчетности 2ФК. Что это такое? Это значит, ну, ежегодно Министерство спорта Кировской области будет отчитываться по статистической отчетности, сколько у нас человек приняло участие в выполнении нормативов ГТО. И тут уже как бы вот ничего приписать и придумать невозможно, потому что каждый человек будет зарегистрирован сам, каждый результат будет отражен в личном кабинете каждого. Поэтому не знаю. Но надеюсь, что, в общем-то, удастся все организовать. И Кировская область будет не на последних тут позициях. Ну, губернатор ставит задачу, чтобы мы по сдаче норм ГТО были одним из первых в стране.
честно говоря, у нас и других вариантов-то немного, потому что губернатор выбрал спорт приоритетом. Причем вот его концепция, которую он всегда озвучивал, она начала работать. То есть его концепция — это в первую очередь детский массовый спорт. Если вы следите там за конкурсами Министерства спорта России, то вы, наверное, видели, что по номинации «Подготовка резерва» Кировская область заняла 8-е место, а по одному из показателей — это присвоение массовых разрядов — 1-е место по стране. Это уже реальный результат работы. Это значит, как бы удалось достучаться до каждой детской спортивной школы, угу, в глубинке, там, в любом районе. И это действительно непридуманная вещь. Вот про 8-е место, да. Мы, кстати, на прошлой неделе эта информация появлялась. Мы, честно говоря, были удивлены, что у нас подавляющее большинство занимающихся профессиональным спортом, да, подростков, детей, они имеют спортивные разряды. Это имеете в виду, да? Это как раз, по-моему, форма отчета 1ФК, да? Вот где это форма... Я за ней как раз раньше следил всегда постоянно. Там в том числе затраты на физкультуру и спорт, в том числе подушевые затраты, там все это указывается. По подушевым-то мы как раз там не в лидерах. Это скорее 5ФК, это детско-юношеские спортивные школы. Присвоение массовых разрядов идет в основном там. Но это очень приятный показатель. То есть мы над чем работали, честно говоря, вот совместно там с Никитой Юрьевичем, о том, чтобы спорт, неважно где он, там, в глубинке или в региональном центре, чтобы он уже с первых шагов для ребенка был спортом, а не просто кружком по интересам. И вот сегодня у нас первые результаты. Это очень приятно было вот именно по этим позициям. Сколько занять. Ребят участвовали в декаде? В декаде участвовал, если взять муниципальный уровень, то, наверное, там может быть там 300-400 человек. На финале там порядка, наверное, 50-70 человек. Это немного, это было вот просто как пробный шар. Угу. Для этого и проводилась декада, честно говоря, в очень неудобное время. Для школ, там как раз были экзамены выпускные. Но, тем не менее, все прошло хорошо. Еще один звонок примем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий, пожалуйста, у вас вопрос? Хотел бы спросить, вот само название «Готов к труду и обороне» в этом тесте по общей физической подготовке вообще какое-то имеет отношение? Труд и оборона. Есть ли какие-то дополнительные, скажем так, дисциплины, которые к этому как-то обязывают? Спасибо, Дмитрий. Я думаю, что тут можно... Ну, решение-то тут исходило все-таки от президента. То есть решили не брать другое название, оставить ГТО, да. Это решение от президента. То есть к труду, я думаю, что можно любое упражнение из комплекса. К обороне, я считаю, что стрельба — это точно подготовка к обороне. И бег на длинные дистанции. Бег на длинные дистанции — это же плавание, это необходимый навык для того, кто готовится к обороне. Это действительно... комплекс для тех, кто, в общем-то, ставит для себя такие цели. Тут еще вот важно заострить на чем внимание. Допуск медицинский для тех, кто будет участвовать в тестировании ГТО, это основная группа медицинская. Если человек по каким-то там своим показателям медицинским не попадает в эту основную группу, он должен будет пройти более углубленное обследование уже в спортивном диспансере. Угу. Поэтому вот такой серьезный тоже момент. И для людей с ограниченными возможностями, они, в принципе, хотят участвовать. Тут есть вопрос. Для них сейчас разрабатывается какой-то отдельный комплекс, потому что под таким лозунгом «Готов к труду и обороне» такие категории граждан, наверное, не может участвовать в этом движении. Давайте прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим наш разговор со Светланой Медведевой, министром спорта Кировской области. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот» в Кирове, и продолжаем мы наш разговор со Светланой Медведевой, министром спорта Кировской области. Сегодняшняя наша тема в первом части — это внедрение системы ГТО в Кировской области. Вот я сейчас как раз-таки на сайте ГТО нахожусь, пристреливаюсь, прицениваюсь. Мужчины 30-34 года как раз.
тот возраст, ой, в который я попадаю. Бег на 3 километра, золото, 12 минут 50 секунд. Ладно, что я на золото смотрю, давайте на бронзу хотя бы. 15 минут 10 секунд на бронзу. Подтягивание 4 раза, либо альтернатива есть 20 раз. Поднятие, рывок, вернее, гири 16 килограммов. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. На бронзу надо достать скамью, а на золото надо на 6 сантиметров еще вот ниже опуститься. Ну и так далее, и тому подобное. Заходите на сайт ГТО, все там найдете. Светлана Владиславовна, я вот хочу просто как бы вот немножко по первой части нашей беседы, вот понять, я вас сейчас спрашивал насчет вот этого добровольности. Вы сказали, что как бы это лежит на, собственно, педагогах, на всех, чтобы это было добровольно. Но ведь раз есть отчетность, и не все же педагоги у нас креативные, которые придумывают, как бы привлечь. Некоторым проще просто сказать: ребята, пошли все хором, вот вам сайт, все должны зарегистрироваться до конца урока. А с другой стороны, вот при негарантированной добровольности, да, получается так, что вот как мы из телефонного разговора поняли с вами, да, что чтобы подготовиться по определенным нормам, придется еще денежки заплатить, чтобы привести себя в нормальный вид. И получается так, что вот и такой момент, который, может быть, стоит вашему министерству активнее разъяснить народу, да? Потому что так люди так и поймут, что с нас снова будут сейчас деньги качать. Нас заставят сдавать ГТО, а подготовка к нему за деньги. Ну, на самом деле, есть несколько видов спорта, по которым подготовка бесплатная. То есть у нас стадионы в открытом доступе. Про стадион «Факел» хочу сказать. Он начинал работу с 6 утра. Жители Филейки сказали: нам неудобно 6. Мы с 6:30 работаем, открывайте нам в 5. Сейчас стадион открывается в 5 часов. Свободный доступ, и каждый желающий может в комфортных условиях на хорошей дорожке потренироваться. Сделать бесплатным бассейн, ну, сами понимаете, что это невозможно. Есть какие-то определенные часы, которые там, ну, по определению льготные. Есть сейчас работает программа бесплатного обучения школьников плаванию на Ердикова 23. То есть все ребята возраста как раз вот примерно такого, как звонившая радиослушательница, из близлежащих школ, они бесплатно 2 месяца в году ходят на обучение. Этого времени хватает для того, чтобы подготовить ребенка, чтобы он преодолел дистанцию, соответствующую нормам ГТО. А вообще, конечно, трудовые коллективы, кстати, это будет огромный пласт тех, кто придет на наши спортсооружения с целью сдать нормативы. Многие трудовые коллективы уже давно как норму для себя практикуют аренду спортсооружений для своих сотрудников. И фитнес-клубов, и бассейнов, и дни здоровья, и выезды на лыжню и так далее. Поэтому для этих коллективов ничего страшного, нового не будет. Но остальным, наверное, все-таки будет стимул для того, чтобы люди начали заниматься. Еще раз хочу сказать, что, к сожалению, сделать бесплатную подготовку по всем видам спорта, ну, не представляется возможным. Первоначально была концепция предоставлять возможность сдать нормативы ГТО неограниченное число раз за год. Но потом, когда вот все так подумали об этом, что действительно кто-то воспользуется и будет, каждую неделю приходить и там, ну, просто там на разминке поплавать в бассейне, это считайте, что... Зато к сотому разу научится и плавать, может быть, ну, будет, да. Будет готов на самом деле к труду и обороне. Сейчас для школьников будет определен учебный год. Это с сентября по май месяц. И за это время каждый норматив может сдаваться единожды. Учитывается сдача один раз. Для всех остальных граждан это календарный год с 1 января по 31 декабря. Будут практиковаться такие моменты, как коллективная сдача, то есть какое-то там учреждение, предприятие может подать коллективную заявку, и для них будет выделен отдельный день для сдачи нормативов. Вот сама сдача нормативов, она по определению для всех бесплатная. Поэтому здесь в очень выигрышной ситуации окажутся сотрудники правоохранительных органов. То, что у них обязаны они сдавать. И то, что у них сейчас происходит, как правило, им приходится арендовать спортсооружение. Один раз в году они получат возможность
бесплатно принять участие в соревнованиях по плаванию, в соревнованиях по этой же стрельбе и по другим видам спорта. Но ничего тут страшного нет. Я думаю, что они как раз и будут авангардом тех, кто придет. Положение обязывает. Да, и это, в общем-то, правильно. И мы на них очень даже надеемся, что они покажут там пример как раз вот обороны внутри этого комплекса. Но и вообще мы вот на сегодняшний день для всех это дело новое. Поэтому мы вот очень-очень открыты для общения и ждем любых предложений. И подсмотреть опыт, да, там других регионов тоже пока невозможно. Ну, да. Чтобы целиком. Единственное, систему. Еще очень хочется всех предупредить, что это комплекс государственный. И какая-то самодеятельность тут совершенно неуместна. Тут у нас недавно был, можно сказать, небольшой инцидент с нашим университетом, когда там кафедра физкультуры вроде как сдала нормы ГТО и даже опубликовали на сайте, какие значки будут вручены. Этого делать нельзя. Вот это все, ну, может быть, плюс это или минус, но это все достаточно заорганизованный процесс, и сдать нормативы комплекса ГТО можно только в центрах и местах тестирования. Никакой самодеятельности тут не допускается. Их пока нет, этих центров. Да, некоторые, ну, так сказать, рьяные, может быть, даже какие-то и губернаторы, придумали сами дипломы, сами изготовили значки, потратили на это деньги, начали вручать. Это нельзя делать, потому что это государственный проект, и есть правила, по которым этот проект будет работать. Светлана, а вы... Извините, да. Я все-таки вот, понимаешь, кто про что, а вшивый все про баню, да? Я вот все время спрашиваю, вот вы говорите, что мы не можем гарантировать бесплатность подготовки, да? Но тогда у меня вопрос такой, вы можете гарантировать добровольность участия в этих нормах? И если, например, ко мне, как вот к редактору журнала обратятся люди, скажут, нас принудили это делать, будут такие сигналы рассматриваться в вашем министерстве или нет? Какие из этого могут последовать оргвыводы? Эти сигналы будут рассматриваться, но не знаю, как это на это можно реагировать юридически. Ну как, ведь это же добровольный комплекс. Да, но, нельзя принуждать. Но, а если принуждают, должно быть какое-то наказание тем, кто принуждает. Пока вот таких рекомендаций нет по наказанию тех, кто вот это как-то людей принуждал. Есть только рекомендации по стимулированию. То есть Минтруда выпустила свои инструкции, можно так сказать, где рекомендуется людям, активно принимающим участие, выполнение нормативов ГТО, давать дополнительные дни к отпуску, дополнительно их премировать. И это уже документ. Поэтому, а как наказывать тех, кто заставлял, пока не знаю даже. Но мы в любом случае будем вести разъяснительную, такую настоятельную работу, чтобы таких случаев все-таки не было. У нас есть смс-ка, Дарья интересуется. Не получится ли так, что все силы сейчас будут брошены на ГТО и министерство, и спортшколы, а обычные школы, а на подготовку юных спортсменов уже времени и сил не останется? Нет, такого точно не произойдет. То есть ГТО – это все-таки направление физической культуры. А подготовка спортсменов – это направление спорта. Никогда никто не отменит спорт, потому что спорт все равно во главе всего этого движения. Всегда даже те, кто будет участвовать в выполнении нормативов ГТО, будут всегда смотреть с завистью и с уважением на спортсменов. Никогда тренеры не бросят свой творческий процесс и не переключатся на ГТО. Что касается еще финансирования всей этой программы, ну, как известно, федеральный центр выделяет, да, деньги, а регион наш, наша область? Федеральный центр, это деньги условные на оборудование центров. Угу. На самом деле тут пока, наверное, еще никто до конца не осознал масштабность вот этого проекта и вложения, которые потребуются. Но тут придется потратиться в первую очередь муниципалитетам, потому что центр тестирования невозможно будет организовать силами любителей и энтузиастов. Там в любом случае, мне кажется, в каждом муниципальном образовании придется принять на работу минимум 2 человек, которые будут оказывать гражданам помощь. Но не у всех дома есть компьютер. Не каждый даже может зарегистрироваться. Дальше, обработка результатов. Это прерогатива только центра тестирования. Как бы сам человек же не может вносить свои результаты.
То есть, вот... Хорошо бы, если бы мог, а? Сел, внес, получил значок, живешь дальше. Ну да. Значит, муниципалитетам придется на эту тему очень сильно озадачиться. И сроки какие уже? Ну, вот уже сентябрь. Школьники уже должны начинать сдавать нормативы. Поэтому тут рассуждать-то, в общем-то, долго некогда. Минимум две ставки каждый муниципальный район должен будет выделить. Как это будет делаться? Это вроде и кажется, что всего две ставки, но подумаешь, для района это очень непростая задача. Министерство спорта Кировской области на сегодняшний день состоит из 10 человек. Естественно, как бы вот охватить такой масштабный проект такими силами, с учетом того, что есть еще спортивные стройки, есть еще спорт высших достижений, есть еще просто там тупо бухгалтерия, ну и так далее. Поэтому тоже будет очень сложно. Во многих регионах созданы отдельные учреждения, там, например, Центр реализации проекта ГТО. Нам пока, наверное, мечтать об этом не приходится в связи с тем, что сложное финансовое положение региона. Но хотелось бы хотя бы внутри Центра спортивной подготовки открыть отдел, который будет заниматься все-таки консолидацией усилий в этом направлении, чтобы хотя бы хватило сил понимать, где что происходит, и как-то реагировать вот на такие случаи, как, например, принуждение к сдаче норм ГТО. Ну да, да, кто-то же должен этим заниматься. Да, для того, чтобы как-то методически людям помогать, потому что, ну, будут сложности в любом случае. Это процесс, который потребует там не одного дня. Ну и в дальнейшем обучение судей ГТО. Это же кто-то должен будет за это заплатить. Университет при всем желании, он не сможет это делать бесплатно. Поэтому пока вопросов не меньше, чем ответов. Но я очень рада, что ответы хотя бы появились. Ведь еще вот весной было настолько все сыро и непонятно. Было понятно, что нам от этого не уйти никак. Но как мы это будем делать, ясности не было никакой. Сейчас есть хотя бы алгоритм, есть конкретные задачи. Поэтому уже есть над чем задуматься, есть над чем работать. Ну что ж, тему мы будем это поднимать неоднократно. Я думаю, да. Либо захотим мы или не захотим, да, говорить в формате дневного будем, разворота, да. Либо в формате вашей программы «Спорт с Медведевой», да. Безусловно, еще вот, неоднократно. Можно я вот той женщине, которая звонила по поводу внука, 64-48-41, телефон Министерства спорта, позвоните, приемная, я постараюсь, да, вам чем-то помочь. 64-48-41. Спасибо, министр спорта Кировской области Светлана Медведева. Далее у нас новости, тематические программы и уже новые темы в следующем часе. Спасибо. Всего доброго.